Здрасте, исследователи. Появился новый пункт в трансляциях, прямых трансляциях. Ну, те, кто интересуется на YouTube, как видите, начать эфир, там более расширенное меню. Все трансляции, там кнопка быстрого через Hangouts. И трансляция с веб-камеры новая. Друг на друга они наехали. Так. Вот. Видите. Давайте потестируем. Нажимаю. Ну, веб-камера, естественно, должна быть. Доступ по ссылке, это вам надо рассылать ссылку людям открыто, это все подряд могут заходить. Ну, сейчас я не хочу всем показывать, да никто и не зайдет. Здесь веб-камера, микрофон. Микрофон можете выбрать другой, если есть какой-то другой. Чат включить. Ограничение по возрасту, это не надо. Прямая реклама. Но это какая-то чушня, вообще никогда ее не включал. Так, тогда сейчас. Так, здесь можно поделиться, как обычно. Ну, наверное, это работает. Не буду жать. Здесь можно значок загрузить, либо сделать фото с веб-камеры. Так, запускаем. Что-то долговато запускается. Ну, первый раз у меня быстрее запустился. Так, что, как тут можно ускорить-то? Ой, он просто подвис. Давайте перезагрузим. Перезагрузим. Блин, опять писать заново. Давай. Запускайся. Какая проблема? Так, надо сейчас.
Так, продолжаем, ребята. Просто какие-то тормоза возникли в связи. Так все работает, в общем. Несколько раз. Пришлось подождать, короче, пару минут. Здесь вы видите, микрофон прыгает. Да. Я сижу далеко от микрофона. Где-то сантиметров 80. Можно его отключить. Вот я его отключал. Можно опять же поделиться, если не успели раньше. Чат справа. Твою камеру не отключить. Да, не очень удобно, конечно. Так. Чат. Блин, что-то. Так, что время прямые трансляции? Кто смотрит? Лайки. Ну, в общем-то, все. Такой тип. Хорошо, что сделали. Херово, что он только на хром работает. Не заработал у меня на опере. Ну, пока что все. Пока-пока.